Ого, подождите. Окей, все, алгоритм ему. Подождите. У меня клык будет здоров. Он мне лишил родинки подрался. Я говорю, дебил, мне надо поссать где-нибудь. Мой тренер меня учил. Сначала пописайте, а потом приступайте к серьезным тренировкам, любым тренировкам. Понятно? Он мне стоит, блядь, на месте, блядь, где я делаю разминку. Не давайте камеру, дайте. Вы можете еще здесь ухватить кусок, как вы любите. Еще толкать. Давайте еще хватать не будем, а будем серьезно заниматься. Работа на джи, так сказать. Все. Так, поехали. Вода очень любимая. Я сразу даже не поплыву. Я сейчас подумаю, копчик проверю. И все такое. Короче, по русскому мужику войти в воду, чтобы поссать. Помните, вот как вот, вещи вот, ага. Хорошо. Какой-то свой вебкэм, да, я работаю. Это актер, то есть? Вот моя хата за то, да? А до сюда это не было? Я перебила иди, да? Завтра я клюну в там где вот так, здесь ни одного резкого движения не приняли. Сколько будет укрыться? Это мужчины уже мужского поголовья, она уже пропала. И не задумываюсь, и не адаптируюсь. Понятно? У меня полностью другая техника.